Невозможно прекрасно видеть то, что вы делаете. Спасибо вам огромное. Я не хотела, но я скажу вам спасибо от себя. Так случилось, что в этом году я сама невольно стала опорно-двигательным предметом своего близкого человека. И ваши работы вдохновили моего близкого человека на то, чтобы работать над собой. Спасибо вам от меня, низкий поклон. И я с радостью приглашаю на этот, на эту сцену коллектив, который не оставил равнодушным ни одного нашего члена жюри, ни одного человека, который видел эту постановку. На сцене Центр социальной реабилитации Выборгского района, руководитель Есипова Марина Олеговна, коллектив «Фантазеры», дом, который построил Джек. Бурные аплодисменты.